Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Автор вопроса пишет о том, что девушка пригорела. Вот, она сказала об этом сразу, вот. Но автор вопроса этому, значит, получается, поначалу значения не придал. Вот. И, в общем-то, это случилось, она действительно перегорела и теперь хочет расстаться. Автор вопроса спрашивает о том, можно ли вернуть ее, вот, можно ли вернуть девушку, собственно говоря, вот, и говорит о том, что она хочет расстаться, типа, мирно, да, то есть, ну вот, без каких-то таких нюансов, скажем так, вот. А что хочется здесь отметить? Во-первых, есть такие люди, вот, которые, ну вот, что называется, тяжело достаточно идут на контакт, вот. И, значит, боятся контакта, вот. Чувствуют себя в контакте, ну, нехорошо. Вот. Ваша девушка, судя по тому, что я могу видеть, такая, вот, она не уверена в себе, она боится сближения, вот, и самое главное, это то, что вот такого человека, ну, довольно легко от себя как-то отвратить, да, сделав что-то, что вот, как-то, ну, покажется человеку неправильно, с его точки зрения. На самом деле, ключевой момент, как мне кажется, вот, заключается в том, что вы начали навязываться ей. Вот. И это ее как-то отвратило от вас, это ее как-то отвернуло от вас, напугало, возможно. Вот. Хотя и понятно, что вы поступали, ну, так, как вот вам хотелось, так, как вот, как могли, поступали вы. Вот, поэтому первое, с чем нужно разобраться, это с тем, что мотивировало вас на то, чтобы навязываться. Вы говорили, что вы пишете о том, что, ну, совершенно очевидно, что я навязывался. Второй момент заключается в том, что вы подходите к отношениям, на мой взгляд, ну, как-то вот чересчур рационалистично. Вот, то есть вы пытаетесь на какие-то факты опираться, вот, вы пытаетесь опираться на какие-то данные, скажем так, ну, вводные данные, вот. А этих данных, ну, в принципе, может и не быть, вот, отношения выстраиваются не рациональностью, вот, а отношения выстраиваются, на мой взгляд,
именно эмоциями, чувствами. Вот. Ну, а в вашем вот случае получается так, что вы своими чувствами пренебрегаете, в то же время вы их не замечаете, свои чувства, то есть, вот, например, когда вы, ну, выбираете навязываться, да, вы вот, свои чувства в этот момент не замечаете, не отдаете в этот момент себе отчет в том, что происходит, вот. А как происходит, то есть, ну, вот, в смысле, какую цель вы преследуете, да, например, вот, чего вам хочется, например, опять же, вот, и, соответственно, это очень сильно вас, на мой взгляд, подкашивает, вот. Поэтому проблема решается каким образом? Ну вот, то, с чем вы, значит, столкнулись. Как решается эта проблема, на мой взгляд, да? Эта проблема решается через коррекцию. Контакта с человеком. Вот. И последующий перевод этого контакта в другое русло, то есть не в русло гендерных отношений, как у вас, скорее всего, происходит, вот. А больше в в русло личностных отношений, то есть что между вами общего, что вас связывает, на каких основаниях вы выстраиваете свое взаимодействие, вот. И если есть вот какой-то потенциал у ваших отношений, да, вот, ну, у того, что вот между вами происходит, вот, если есть какой-то потенциал, то он будет раскрыт. Вот, если потенциала нет, вот, то, ну, он вот, в таком случае раскрыт не будет, это очевидно, но это очевидно. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что прямо сейчас, можно вам сказать. Гарантии вам никто не даст, вот, что, ну, можно вернуться девушку, да, вернуть девушку, то гарантии вам сейчас никто не даст относительно этого, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что не все здесь зависит от вас, да, да, и есть еще вот как раз сторона девушки, которая совсем понятно, что она хочет, так далее, например. Далее. Дальше. Вы пишете о том, в том числе, вы пишете о том, что когда девушка вот предлагала вам встретиться, вы отказывали. Вот. Это тоже такой довольно интересный момент, с чем это связано. Вот. Ну вот, ну, буквально,
с чем связано то, что когда девушка предлагала вам встретиться, да, вы отказывали ей. Вот. Этот момент, на мой взгляд, тоже очень интересный. А нет никакой цели вас обвинить в чем-то, поверьте. Есть цель другая. Просто прояснить. Потому что, ну, опять же, есть ощущение, что вот с вами что-то происходит, да, ну, например, вы там, чувствуете, что у вас, там, допустим, появилась симпатия к девушке, да, вот, но вы как будто бы вот не очень хорошо вообще понимаете, что вам хочется, во-первых. Не очень хорошо понимаете, какого рода ваша симпатия. Ну, вот. И в целом начинаете навязываться, опять же, в какой-то степени преследуя какую-то свою цель, вот, только, видимо, не совсем отдавая себе отчет в том, а что же это за цель такая, да, то есть, то, чего вам вот, хочется в этой цели. Вот. И отсюда, собственно, начинаются проблемы, вот, с которыми вы как раз таки сталкиваетесь, вот, в своем тексте. Вот. Поэтому девушку вернуть можно, если не ну, не как-то вот педалировать это событие, да, если не давить на нее, и посмотреть, ну, вот, вообще, как в свободном таком формате, реформате, режиме, вот, ваши отношения будут развиваться. Вот. А дальше уже смотрите, если вам не понравится то, что вы увидите, если вас не устроит, то с чем вы столкнетесь. Если вас это, ну, если вас, если вам не понравится это все, то уже тогда решайте думать, вот, как, ну, как действовать дальше, ну, грубо говоря. Вот. А жаль ли, что так получилось, что так случилось? Конечно. Можно ли по-другому? Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, по-другому было нельзя. Потому что, ну, девочка ваша сразу сказала, что может пригореть, это как бы означает, что, ну, она уже простраивала какие-то ну, пути, да, для отступления, скажем так. Вот. Она уже подготавливала вас к тому, что, вот, ну, что может случиться. Вот. Поэтому я думаю, что то, что произошло, закономерно. С другой стороны, я понимаю, что вам неприятно, я понимаю, что вам может быть болезненно
это все. Вот. И я думаю, что, ну вот, разобраться в своих чувствах, а именно, что вы чувствуете к девушке, да, там, что вам хотелось бы от нее, допустим, вот. А, и так далее, вот. А вот с этим можно помочь вам, чтобы вы более, так сказать, полно продвигали свою поведенческую модель, да? Вот. То есть, ну, то есть, чтобы вы не ошибались, чтобы вы были максимально самим собой. И чтобы, если девушка там как-то вот с вами быть не хочет, все-таки, то есть, если она, ну, дает вам отказ, например, вам было легче его принять. А если вам больно сейчас, если вы фрустрируетесь сейчас, ну, вот, то я думаю, ну, работа с психологом может вам помочь в этом смысле. Ну, решить эти проблемы, вот, которыми вы столкнулись. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. А вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.